Давайте за нее поболеем, потому что она достойная фигуристка, очень хорошего, высочайшего уровня, на которую просто надо смотреть и наслаждаться фигурным катанием. Болеро Мариса Равелли. Флип лишь с двойным тулупом, хотя запланирован, если я не ошибаюсь, был тройной тулуп после флипа. Риттбергер тройной. Тройной тулуп с двойным тулупом. Лишь двойной сальто с двойным тулупом и с двойным риттбергером получился. Обратите внимание на оригинальность шагов. Они необычные очень. Устала в конце, мне кажется, Каролина. Но вообще такая сложная музыка, все-таки болеро Равеля. И под нее очень-очень сложно выступать, только так.